Короче, ребят, я лечу в США на зимние каникулы. Все, короче, я прилетел в солнечный Бостон. Все хорошо. Сейчас поеду отдыхать. Всем привет, ребят, еще раз. Это мой второй день уже в Америке. Сейчас я поеду к своему другу и подписчику Грегзи Пипи записывать с ним видосик новогодний. Всем привет, ребята. Ну, все-таки нашли этого друга нашего, Грегзи Пипи. Все, сейчас будем видос снимать. Ну все, ребят, мы закончили снимать это видео. И всем привет, ребят. И сегодня это уже у меня четвертый день, если считается воскресенье, уже в США. Сейчас я поеду в кинотеатр AMC, такой крутой навороченный американский кинотеатр, смотреть «Изгой один». Но я буду не один, со мной будет мой папа и еще брат моего друга Грегзи ПВП, а с его братом Тима или же Пегги Слэш. Мы, короче, уже в кинотеатре AMC, тут очень круто, купили попкорн, и сейчас мы пойдем уже в наш зал на «Изгой один» смотреть. Это вот такие дела, ребят. Я вместе с Тимой, с братом Грегзи Пипи, но он очень стесняется и прячется. Это такие дела. Это наш попкорн. А вот это Тима. Короче, я посмотрел «Изгой один» и понял, что там всех убили. Мы идем в сторону нашей машины, и фильм мне, в принципе, понравился. Всем привет, ребята, это уже мой пятый день в США, мы с Грегзи Пипи сели в машину и поехали кататься на тюбинг на наш обувели. Я буду кататься, а Грегзи боится. И тюбинг, если что, это катание на ватрушках, для тех, кто не знает английский язык плохо или учит. Все, ребят, я приехал. Свадьба футбол 4 декабря, по Нового года, кстати, почти в городе Вашингтон. В России уже Новый год был. Я уже пришел. Сейчас буду играть. Грегзи Пипи, он меня пригласил. Мы поиграли пока что. Новый год, желаю всем хорошего настроения. Счастья в новом году, хотя вы это уже смотрите уже после 1 января.